Незадолго до обращения в полицию неизвестный расплатился этими купюрами в продуктовом магазине, после чего скрылся на улице. Подозрения продавца подтвердились. Купюры номиналом 2000 рублей были поддельными. Позже сотрудникам полиции покупателя удалось задержать. Им оказался неработающий ранее судимый житель Ростовской области 45 лет. Он признался, что 180 купюр банка приколов приобрел на рынке в Москве. В Вязьме, где его и задержали, он успел расплатиться ими в трех торговых точках. В настоящее время подразделениями дознания межмуниципальных отделов МВД России Вяземский и Гагаринский возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество». Наказание по этой статье составляет до 2 лет лишения свободы. Олег Соловьев, Александр Ерофеев, Десна ТВ.